Встреча с главой – это в первую очередь возможность жителям услышать какие-то планы долгосрочные, решение проблем. Встреча с главой, встреча с замами, с сотрудниками администрации очень полезна для жителей и очень для них важна. Для общественной палаты это возможность услышать про болевые точки от самих жителей и возможность в том числе помочь их в решении каких-то вопросов.